Оформление студии программы «Новый день», цветочная мастерская «Фрэш». Находиться в хорошем расположении духа и поддерживать свое женское здоровье мне помогает Лактовит. Всем отличного дня! Сегодня 17 декабря, вторник, на экране программа «Новый день». Но совсем скоро Новый год, у меня ощущение, что уже Дед Мороз исполняет мои желания, потому что я сегодня в студии оказался в компании двух прекрасных леди. Леди, здравствуйте! Пока жена на море называется. Всем здравствуйте! В студии вас сегодня приветствуют Яна Попова, Евгений Зимник и Вероника Кондратьева. Но у нас, как всегда, будет сегодня очень интересный мотивирующий выпуск, ну, как все наши передачи. Сегодня у нас будет акцентология необычная. Вот в преддверии Нового года я как раз поговорю с девушками про символ уходящего, наступающего года, про мышку. Ого, вот так вот, даже интересно. Не все мы тебя косметикой, даже не будем мыть. Так что можно сегодня нас получить. Не надо об этом рассказывать в эфире. Хорошо. Ну а есть у нас рубрика одна, которая традиционно, независимо от того, какой месяц, какой день недели, какое даже сейчас время за окном, всегда рядом с нами Вероника Кондратьева и рубрика «Ну и денек». Вот угадайте, почему я аплодировала. У русских есть некая особенность. Когда приземляется самолет, пассажиры дарят свои аплодисменты. Мол, спасибо, что живой. Кстати, в этот день, в 1903 году, состоялся первый в мире полет самолета. Уже больше 110 лет назад. А еще сегодня день утренней иллюзии. Однако в 1991 году школьникам привиделась своя новая школа. Может, мираж? Ученики 9 класса школы номер 67 Ленинского района уже не первый месяц ходят мимо пустыря. Именно тут должна была стоять их новая школа. А сейчас ученики занимаются во временном помещении. И все бы ничего, вот только уже 2 года, как временное становится потихоньку постоянным. Школу не собираются строить, видимо. Но хуже то, что в ходе последнего медосмотра у школьников наблюдались ухудшение зрения, дыхание, выросло число заболеваний. Поговаривают, что от стресса и плохих условий в временной цитадели знаний. Ой, ладно, 2 года. В 7-м микрорайоне города Ангарска уже выросло несколько поколений детей за 30 лет, пока школу строили. А что вы скажете, если в ресторане увидите одиноких детей? Ну, то есть без родителей в качестве гостей? Да ну, в ресторане? Дети? Было делом 17 декабря 92 года. Ресторан «Бирюса» выкупили ученики начальной школы номер 4. Обычный будний день, ансамбль, живая музыка, официанты и вкуснейшие блюда. Всем этим наслаждались второклассники вместе со своей классной руководительницей. Что скажете? Даже сейчас, увидев детский корпоратив, я бы немного удивилась. А тогда это еще и было в Тайшете, для многих это было таким шоком. Но здорово, что такое событие случалось в жизни детей. Они чувствовали себя взрослыми. По словам официантов ресторана, их радовало то, что не будет пьяных драк и разборок. Тут не поспоришь. И напоследок, вот вам фото из газеты. Читатель газеты из поселка Эдучанка купил себе телевизор, который очень быстро сломался. Комбинат быта нашего поселка отказался ремонтировать телевизор, а магазин не принял его обратно. Поэтому предлагаем пофантазировать над применением телевизора в иных целях. Вот тебе и выдумщики. Предложили из телевизора сделать сушилку для вещей. А я бы вытащила экран и сделала там полочку. А как бы вы применили сломавшийся экран? Ну хорошо, что ваши ТВ работают, ведь вы смотрите сейчас на меня. Хорошего дня и до завтра! Итак, начинаем топ-3 новости. Начнем, естественно, с января 2019 года. Что же такого эдакого происходило в Иркутской области в этот месяц? В январе 2019 года Иркутская область перешла на цифровое телевидение полностью. Но помню, что вся Россия, начиная по разным регионам, стала переходить на цифровое вещание. Не сказать, что это очень позитивная новость, потому что многие каналы, которые работали на кабеле, они пострадали, кто-то перестал выходить в эфир. Также наши коллеги закрылись, других, да? утренних каналов закрылись. Вот все именно из-за того, что просто перешли на цифру. Но плюсы в том, что наш канал работает на цифре аж 2014 года. То есть уже 5 лет, получается. Да, то есть нам вообще не страшно было, это черт, как говорится. По сей день работает, и качество вещания в России стало лучше, потому что цифра, как мы знаем, дает больше возможностей, и качество вещания лучше, чем... Маленький вопрос, поясните мне, вот если у человека не было никаких дополнительных антенн, обычная антенна, которая была до этого, она также продолжила работать, только вещать в цифровом формате, либо нужно было что-то подключать? По-моему, что-то нужно было подключать, да, и об этом, кстати, говорили, помню, звезды федеральных каналов, что куда конкретно обращаться, какие конкретно настройки в телевизоре нужно поменять. По поводу антенны я не скажу, потому что
не специалист, но я точно знаю, что настройки нужно было в телевизоре какие-то поменять. Кто там старшее поколение не понимал, там была служба поддержки специальная. Вот, они настраивали, да? Консультировали, как это нужно было сделать. Причем, потому что я удивился, что у меня мама перестроилась, она у меня такая далекая от техники совсем, но у нее показывал телевизор. Ну, наверное, относительно новый телевизор. С новыми телевизорами вроде бы проблем не было. Достаточно доступно объясняли, как перейти, поэтому я думаю, что она без проблем перешла. Разъяснили. Что было еще в январе? Еще в январе, как ты говоришь, более локальная новость, но для нашего канала и для Иркутской области, я думаю, тоже она в чем-то важная. Телеканал «Актис» расширил сетку вещания 25 января 2019 года, и мы стали вещать на весь регион. Та-дам! До этого мы были местные телекомпании, и теперь уже практически целый год, без месяца, мы вещаем на весь регион. Телекомпания «Актис» стала региональной. Для нас это был большой прорыв, большой плюс, потому что 26 лет до этого мы вещали только для Ангарска. Да, только для Ангарска и Ангарского округа. А сейчас по всей области нас смотрят, правильно? Да. Здорово. Представляешь, какое количество людей могут тебя теперь узнавать и говорить, это же тот парень с телеканала «Актис», который рассказывает. Да, меня даже позвали. Вот в марте у меня будет мероприятие, которое как раз у меня по рекомендации тех людей, которые являются поклонниками нашей программы. Яна мне тоже говорила, что ее постоянно узнают на улицах, с ней подходят. Нас тоже слово как-то Яна, да, понятно, узнали. Она у истоков была нового дня уже 5 лет. Так она и в телекомпании уже сколько... Яна, сколько ты работаешь на «Актис»? Ой, нельзя это говорить. В «Актис» работаю почти 7 лет. Яна устроилась в «Актис», когда ей было 13. Еще одна новость, которая важна для нашего региона, была она в январе 2019 года. 31 января 2019 года в Иркутск приезжал, кто бы вы думали? Кто бы мы думали? Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. 30 января, помарочка. Я понял. Я во втором Иркутске живу, это поселок авиастроителей, там авиазавод. Ты градообразующее предприятие. И вот он как раз приезжал на авиазавод поговорить про поводу самолета МС-21, верно? Нет, не совсем. Значит, не только он там. Сергей Шойгу 30 января посетил Иркутский авиационный завод, это верно, чтобы познакомиться с производством модернизированного истребителя Су-30СМ. Возможно. Ну и на МС-21 он заглядывал. Да, более 100 самолетов этого типа находятся на вооружении ВКС России и морской авиации ВМФ. Вот, министру показали этапы производства многоцелевых истребителей для стран-участниц ОДКБ. Вот. То есть производят только у нас в Иркутской области, раз он к нам приезжал? Нет, вообще корпорация, она на всю Россию и в разных городах. Вот корпорация, она распределила определенные задачи. И эти задачи реализуются. Скажем, самолет МС-21, он большой, и поэтому его собирают частями в разных городах. Прикольно. Истребители тоже там, возможно, какая-то по корпорации часть собирается в другом городе. Я точно не знаю, но не факт, что именно у нас в городе собирают полностью. Ходячий справочник. Кроме того, Сергей Шойгу осмотрел производство учебно-боевых самолетов Як-30. Вот так вот. Интересно, я думаю, что новости это очень значимо, когда к нам приезжают люди вот такого высокого чина, я считаю. Ну, после того, как нам Яна рассказала такие новости интересные, подвела итоги, я предлагаю перейти к рубрике «Мама в кадре», которую ведет у нас Юлия Бадина. Привет, меня зовут Юлия Бадина. Скоро Новый год, в воздухе уже пахнет этим праздником, все везде украшено, в магазинах елки, дома все елки наряжают. И мы с Алисой тоже решили подготовить небольшой новогодний декор, которым вы можете украсить свою комнату или унести в школу или детский сад. Алиса покажет, как сделать вот такого снеговичка из бумаги, а я покажу, как сделать вот такую вот пушистую снежинку объемную. И еще вот такую снежинку с елочками. Чтобы сделать такого снеговичка, нам понадобится цветная бумага, белая бумага, ножницы, клей и карандаш. Я взяла черный.
такой снеговичок у нас получился. Первую снежинку мы сделаем вот эту с елочками и сердечками. А для этого нам понадобится белая бумага форматом А4, клей, ножницы и карандаш. Следующий вот такой пушистый, объемный, милый снежинки. Нам понадобятся 3 точно такие же заготовки, как и для первой снежинки. Отрезаем неровную сторону так, чтобы каждая заготовка была меньше предыдущей. По краю нарезаем бахрому. К самой большой снежинке приклеиваем снежинку поменьше. Вот такая снежная невесомая красота у нас получилась. А если вы не все запомнили с первого раза и хотите посмотреть еще раз, вы можете сделать это в Инстаграм по этой ссылке. Всем удачи! Пока-пока! К нам наконец-то присоединились гости. Да какие гости, ребята, приехали с самого Братска. А в роли моего соведущего сегодня Артем Детышев, самый, наверное, известный спортсмен в городе. Что уж тут греха таить. Артем, привет. Привет, ребята, Яна. Привет. У нас в гостях Сергей Минин и Иван Аристов. Ребята, еще раз привет. Привет. Ребят, ну мы вас снова видим в городе Ангарске. Вы к нам приехали из далекого Братска. Сколько времени добирались, как дорога? Ехали долго. Выехали примерно в 5 вечера, приехали в 2 ночи на машине, потому что погода в Братске всегда. На машине? Конечно. Я думала, на великах. Ну, мы приехали, чтобы погоняться на великах. Но обязательно, на следующий год у нас есть проект, это доехать из Братска до Иркутска на велосипедах в апреле месяце. За один день. Ну, не в январе. В апреле. Понятно. Вот я и хотел спросить, вас сюда влекут велосипедные соревнования. Прошла у нас ночная гонка молодой луны в парке десятилетия Ангарска и готовится труднейший марафон. Как ваши ощущения после прошедшей гонки и хватило ли времени для восстановления перед серьезным испытанием? Ну, как всегда, была наитеплейшая атмосфера, интересные соревнования, морозная погода, куча всего интересного. То есть это самое атмосферное мероприятие среди серии марафонов БАМ, которое, я считаю, что пропускать это самое настоящее преступление. А атмосфера в чем классная? Что много знакомых, людей много, и это как-то согревает, наверное, да? Настроение хорошее. Это мероприятие отличается тем, что оно больше фановое, веселое, то есть спортивный интерес в нем, конечно, присутствует, но он на минимальном уровне. Главное – это посетить гонку, погоняться ночью, зимой на велосипеде. Это уже само по себе просто увлекательное действие. Ну, плюс ко всему, организаторы делают все, чтобы атмосфера праздника присутствовала. Дед Мороз на велосипеде катался. Прикольно. И трасса была просто на высочайшем уровне. Сергей, на вашей майке значится бренд Сарма и написано «Inspired by Siberia».
То есть вдохновлено Сибирью. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что вы делаете в Братске велосипеды. Расскажи про ваших железных коней. И вот я вижу, что Иван собирает фэтбайк, а у тебя 29-е колеса. То есть ты собираешься ехать в марафон на 29-х колесах? Нет, это мы привезли в качестве образца, показать, что на летние соревнования, на следующий год у нас вот эта модель, собственно, будет основной. И это первая для нас МТБ-модель, потому что компания известна в первую очередь производством фэтбайков. Собственно, компания ведет свое начало именно из Иркутска, Ангарска. Была основана аж в 2012 году. И мы начали делать первые фэтбайки. Одни, самые первые в России и одни из первых в мире. Ух ты, круто! Я правильно понимаю, что дистрибуция идет прямо вот на весь мир? Конечно. Вот колесо очень так тяжело, громоздко выглядит. Оно... Можно его поднять? Да. Катани сюда. Одной рукой. Да. Можно даже одним пальцем, наверное, даже. Я ничего не себе. Пальцем? Ребят, ну-ка. А почему? Пальцем, на пальце держу, на мизинце. Почему оно такое легкое? Ну, с ума это же, прикольно. Спасибо, Иван. Самые современные технологии. Карбоновые обода, бескамерная легкая резина. Их сочетание дает вот невероятную легкость колеса, которая... А мне кажется, громоздкий. Спицы тоже какие-то тонкие. Спицы тоже батированные, то есть с измененным сечением, то есть... В середине, где наименьшая нагрузка, спица тоньше, а в местах, где она крепится к ободу и втулке, она толще. Вам предстоит 21 числа марафон. Это наверняка для вас это не первый. Как готовитесь? Как настроены? Да, вот это нужно все предыдущее спрашивать меня, потом Сергея, потому что на самом деле марафон поедет Сергей. А, вот. Да именно он поедет марафон на фэтбайке. Я участвовал в прошедшей гонке «Молодой Луны», которая... Больше для любителей, для людей, которые просто зимой любят покататься на велосипедах. И вот они тут в Мелопарка ехали и решили посоревноваться. А почему не марафон? Жестко. Это очень жесткое уже испытание. Это вопрос для к Артему, спортсменов. Потому что Артем у нас представитель оргкомитета марафонов БАМ. И квота участников на этот марафон ограничена. Так. Туда пускаются только самые сильнейшие. А я отвечу. Дело в том, что на БАМ ночной гонке «Молодой Луны» в парке «Десятилетие» у нас участвовало почти 150 человек. А в настоящий момент, то, что мы видим на сайте, где проходит регистрация на каждое наше мероприятие, количество участников, подавших заявку и зарегистрированных на БАМ ночную гонку «Марафон» на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» 21 числа, всего пока 11 человек. О, это... Да, потому что это действительно настоящее, выдержит, да? Настоящее испытание, и это суровый марафон в сибирских ночных условиях. На самом деле здорово, что у нас в Ангарске возрождаются спортивные традиции, потому что у нас город всегда был известен как один в области самых спортивных. И сейчас прям очень активно возрождаются эти традиции. Это не может не радовать. Ребята, у вас в Братске как? Хуже. Почему? Хуже, потому что Ангарск – это спортивная столица Иркутской области, и это не просто слова, это так и есть. То есть... Мне нравится вот другой слоган – спортивная столица Сибири. Ну, что мелочиться? Ну, это на самом деле более правильно даже будет сказать, потому что уже далеко не в масштабах Иркутской области, в масштабах Сибири. Поэтому люди тянутся в Ангарск и Иркутскую область ради участия в соревнованиях. Поэтому из Братска приехали. Да, конечно. Расскажите, сколько по времени нужно, чтобы собрать такой вот велосипед? Вы сейчас параллельно рассказываете, собираете, понятно, что там долго. А если не отвлекаться ни на что? От нуля и до готового продукта зависит от степени занятости механика, от его душевного настроя и от звезд. От звезд, от того, как. От ретроградного Меркурия. Ну, наши клиенты в среднем получают велосипеды, когда заказывают, с кастомной сборкой, примерно от недели до двух недель. Иван, а как этот спорт в вашу жизнь пришел? Расскажите тогда. Как вы стали командой Сарма Байкс? Велосипед в жизнь любого человека, наверное, одинаково приходит. Когда в детстве его родители сажают, вешают прищепку сзади на одежду и делают вид, как будто они его держат, и человек потом сам уже уезжает. Это, наверное, очень аллегорично и на обычную взрослую жизнь, когда ты в нее выходишь, что на велосипеде, что без него. Хорошо сказано. Соответственно, сарамбайк как случайно. То есть в Братске люди катаются на велосипедах, иногда друг с другом видятся, вот в этих лесах множественных тропинки сходятся, общаются и становятся одной командой, когда совпадают их взгляды на велосипед, взгляды на то, как нужно куда ездить, в каких мероприятиях участвовать. Ребят, вот мы видим в кадре сейчас в нашей студии два разных велосипеда. Фэтбайк и обычный, ну как сложно сказать обычный, да, отличный байк на 29-х колесах. Какой из велосипедов имеет преимущество для езды вот в зимнее время, ну и конкретно
поскольку вы готовитесь к марафону, на каком велосипеде будет удобней, безопасней и, самое главное, быстрее ехать? В гонке, которая проходила 14 декабря в парке, удобнее было ехать на обычном велосипеде, потому что она проходила по утоптанным тропинкам, было пару рыхлых мест, но они проезжались, пробегались. Но в целом преимущество было за такими велосипедами. Но на гонке в эти выходные будет преимущество, конечно же, за фэтбайками, потому что трасса лыжная, мягкая сама по себе. С каждым кругом она будет все мягче и мягче. Снег рыхлый, да, в смысле? Снег рыхлый, да. И поэтому преимущество будет однозначно за фэтбайком. У них еще рамы разные. Там так матовая и плоская, это глянцевая такая. По части общей подготовки велосипеда какие-то рекомендации для наших телезрителей и самого. То есть, может быть, варежки потеплее одеть, может быть, еще что-то нужно сделать, чтобы это было вот удобнее, комфортнее, быстрее. Ну, надо начать с велосипеда, потому что все-таки зимой температура отрицательная, и смазка в подшипниках, она имеет свойство дубить и ухудшать накат, то есть нужно подготовить велосипед специальными зимними смазками, которые более морозостойкие. С присадочками, да, как да, мы масло льем зимнее, там условно, да, более жидкое в двигатель автомобиля, так же и здесь. Ну, переходим на 0W20 зимой на велосипедах, поэтому такие дела. Конечно, одежда, это важный момент. Зимой очень легко ошибиться с одеждой. Это значит, что либо ты спотеешь, либо ты замерзнешь. Нужно найти эту золотую середину. Ну, как правило, специальная спортивная одежда, она отвечает этим требованиям. То есть лыжные костюмы, велосипедная специальная форма. Главное, это хороший потоотводящий нижний слой, хорошее термобелье. И сверху какая-то спортивная одежда, лыжные, те же самые куртки, штаны, которые не дают ветру спереди продувать. Сзади при этом отводят влагу и имеют эффект термоса. То есть они сохраняют тепло внутри себя. Да. Сергей, а вот я знаю, что велосипедисты летом, велосипедисты высокого класса, бреют ноги себе для того, чтобы нос еще вот эти доли секунды, чтобы они все равно играли на стороне спортсмена. Для участия в зимних гонках нужно ли брить ноги? Ну, чтобы термобелье уселось нормально. Теплота зимой. Главное, брить их до того состояния, чтобы они не проклевывались через термобелье. Зимой брить ноги не обязательно. Никто не будет за это зимой вас ругать. А летом могут дисквалифицировать. А летом, да, могут дисквалифицировать на соревнованиях. За то, что не побриты ноги? Конечно, за то, что не побриты ноги. Нет, неправда, не обманываю. Не вписывается, на старте портит картинку. Вот представьте, если ставят велосипедист на старте, ноги бритые, загорелые, а тут не бритый стоит. Ну, что такое? Вот, Артем, как организатор мероприятия, скажи, ну это же недопустимо. Есть анекдот такой, неаккуратненько, доктор. Все буду знать. Ребят, ну что, я думаю, что мы вас уже допытали, уже достали, уже велосипеды собрали. Спасибо вам большое, что приехали к нам в Ангарск поучаствовать. Я думаю, что Брас тоже очень спортивный город. И приятно, что у нас ЗОЖ поддерживается в области. Артем, тебе спасибо большое. Да, ребят, спасибо большое за ваше участие. Мы каждый раз очень рады видеть вас на наших гонках. Вы действительно украшаете, делаете разнообразие, ну и несете нашу культуру, спортивную культуру, в том числе и на северные территории. Мы к нам приезжают все больше и больше. Приезжать к вам на ваши мероприятия, участвовать в них и вашу культуру спортивную двигать дальше на север области и туда вот в тундру, в тайгу, чтобы даже медведи катались. Спасибо, на велосипедах. Удачи в марафоне. Все уже. Все, Яна. Итак, друзья, ну что, смертельный номер. Яна в студии. Новый день. Пытается оседлать фэтбайк впервые в жизни. Ей ассистирует Иван Аристов из команды Сарма Байкс. Яна. Ну а далее рубрика «Акцентология», и у нас наступает год крысы. Плюс, если считаете, что это правда, минус, если считаете, что ложь. Итак, давайте начнем. Первый. Во Франции разрешено держать у себя только 5 декоративных мышей. Более 5 облагаются налогом. Нет, на самом деле это ложь. Ты тоже плюсик поставил? Да. Поехали дальше. В сутки мыши необходимо выпивать до 3 мл воды. Да, это правда. Совершенно верно. Ты минус поставила? Да, здесь Ника молодец, поверила мне. Во время бега мыши могут развивать скорость до 13 км в час. Представляете, да, вот как бежит человек. Бегали на дорожке 13 км в час? Да, это очень быстро. Понимаете, да, сколько это? Вот. Ой, мама, у меня какая-то закакулинка получилась. Но я все равно сделаю так.
Да, мыши могут. А сначала минус хотела поставить. Нет. Правда, что корейцы едят мышей? Корейцы едят мышей? Да по-любому, корейцы же. Нет. Нет, корейцы едят собак. Но если собака съела мышь... То они съедят собаку. Да, продолжим. В 2002 году ученые наконец-то полностью расшифровали геном мыши. Причем они были весьма удивлены, что он почти на 80% совпадает с геномом человека. Правда это? Да. Ой, простите. Да, это правда, совершенно верно. Так поэтому же и вроде бы и ставят опыты над мышами, потому что они действительно похожи на человека. Молодец. Вообще-то. А ты же интеллект нашей программы. В США во время выборов некоторые избиратели вычеркивают кандидатов и пишут Микки Мауса. Что еще раз? В США во время выборов вычеркивают кандидатов некоторые избиратели и пишут имя Микки Мауса. Да, это интересный факт. Обычно таких было где-то 1% людей, которые писали Микки Мауса, а в этих последних выборах было аж 8%, представляете? Название мышьяка в русском языке происходит от слова «мышь». На самом деле, да, это правда. Это связано в связи с тем, что в связи с употреблением его соединений для истребления мышей и крыс. Там еще есть Яков. Да, значит, Яков тоже истребляет. Правда, что песню «Мышка» Филипп Киркоров посвятил своей декоративной мышке? Да, это неправда, на самом деле, ну вот так что, если Пугачевой. Вы знаете, что он любит, любит он вообще собак, вот если брать животных и мужиков. Забавно, правда? Что Яна сама себе сразу оценки ставит, типа угадала, не угадала. Правда, что в современном фильме «Щелкунчик» отважного грызуна зовут Мышольд. Грызуна? Грызуна. Мышольд? Мышольд, ну пускай. Мне тоже кажется, правда, Мышольд. Ну что такое? Мышольд? Прикольно, Мышольд. Я бы так же назвала. Да, совершенно верно. Правда, что Елена Летучая за свою карьеру увидела более 2000 крыс? Да, это неправда. И таких у нее набралось 200, а еще у нее более 500 тараканов и более 100 клопов. Кто-то же считал. Кто-то же считал, да, вот это вот вообще интересно. Это такая условная статистика на самом деле. Что просто типа, видео. Предпоследний вопрос. Движение мускулов под кожей так напоминало мышиную беготню, что в русском языке появилось слово «мышца». Правда это или нет? Вот это очень интересно. Это акцентология, детка? Я думаю, что нет. Это правда на самом деле. О, серьезно? Да, и правда ли, что тем, кто родился в год мыши, в этом году исполнится 38 лет? А сколько? 36. Молодцы. Та-да-да! Вот видите, с математикой у наших девчонок все в полном порядке. Но глядя на соревнования девушек, вы понимаете, что у нас примерно боевая ничья, новогодняя ничья, потому что мы скоро пойдем тоже на корпоратив. Нам нельзя ругаться. Поэтому мы одинаково эрудированы. Не, на самом деле, Женя, спасибо тебе такое большое за очень интересную акцентологию. И себя проверили, и со счетом справились, и про мышек что-то узнали. Такое большое, пожалуйста. Пи-пи-пи-пи. Кабы не было зимы, в городах и селах никогда б не знали мы этих дней веселых. Программа «Новый день» объявляет о начале новогоднего социального проекта «Снежная баба». 85-летняя Аграфена Милентьева из деревни Арансахой 12 лет подряд в одиночку строила снежный городок из 120 фигур. Задача проекта – помочь бабе Груне возвести фигуры, не нарушая ее многолетних традиций. Мы собираем команду волонтеров для поездки в Арансахой. Присоединяйтесь! В этом году снежному городку в Арансахое быть! Генеральный спонсор проекта – страховая компания «Колымская». Спонсор проекта – сеть кафе «Матрешка Ложка». Мы напоминаем, что у нас в программе проходит проект «Снежная баба», который направлен на то, чтобы помочь 85-летней Аграфене Николаевне встретиться в снежного городка. А почему нужно помогать Аграфене Николаевне? Во-первых, потому что у нее уже возраст. Да. Во-вторых, она 12 лет подряд строила городок. В этом году из-за болезни рук она не может его построить. Мы к ней приехали, съемочная группа, она была рада нас видеть. Вообще рада всегда гостям. Такая жизнелюбивая женщина. Я говорю: Аграфена Николаевна, вам помочь городок-то построить? Вы хотите? Она говорит: конечно, хочу. Говорит, болят руки.
я думаю, что люди соберутся, помогут, и мы все-таки ее мечту в этом году осуществим. Расскажи формат. Вот я знаю, что сейчас у нас уже много неравнодушных, нам уже принесли много украшений, игрушек, у нас эти коробки стоят в редакции. В дальнейшем какой будет формат? Что волонтеры приедут и помогут все сделать? Да, мы планируем завтра, 18 декабря, выехать с утра к бабе Груни. Мы собрали лопата, ведра, емкости с водой, украшения, гирлянды. Короче, во все оружие. Купили ей подарок, собрали волонтеров, естественно. И завтра мы поедем помогать ей строить, она уже заготовила ванну. То есть, если раньше она была вот тем, кто строит, сейчас она будет главный архитектор, да? Они будут рассказывать. Я говорю, баба Груня, мы под вашим руководством будем строить? Она говорит, да. Нам перчатки принесли зрители, непромокаемые, специальные. Парень с завода взял, попросил, все с руководством согласовал. То очень приятно, что люди бывают такие неравнодушные. Благо, сейчас погода позволяет строить вот это все, что не очень холодно. Завтра будет немного прохладно по сравнению с тем, что было до этого, но нас это не пугает. Тем не менее. Но это была программа «Новый день». Мы очень рады были для вас сегодня работать. В студии был Евгений Зимник, Яна Попова и Вероника Кондратьева. До свидания. Всем до свидания.